Всем привет! Сегодня я расскажу о аквариумной рыбке, тетра колумбийская. В аквариумных условиях их размер обычно около 6,5 сантиметров. Хвостовой плавник окрашен в красный цвет, а спинные и брюшные плавники бесцветные или красноватые. Брюшко серебристого цвета. Половое различие слабо выражено, но если присмотреться, то можно сказать, что у самца спинной плавник удлиненный с контрастным красным цветом. В отличие от самца, у самок спинной плавник имеет более бледный цвет. Тетра колумбийская является спокойной миролюбивой рыбкой, они простые в разведении, рекомендуются начинающим аквариумистам. Для содержания тетры колумбийской аквариумная вода должна соответствовать следующим параметрам: температура 24-28 градусов Цельсия, жесткость от 5 до 15, кислотность от 6 до 7. Желательно хорошая фильтрация аэрацеватой, а также ее еженедельная подмена. Рыбки стайные, поэтому содержать их нужно стайкой из 6-8 рыбок. В качестве соседей по аквариуму подходят рыбки с похожим характером и требованиями к условиям содержания. Аквариум, в котором будут содержаться тетры колумбийские, должен быть густо засажен растениями. Необходимо следить, чтобы в аквариуме оставалось свободное место для плавания. Рыбки всеядны. Одинаково хорошо едят сухие живые корма, но все же предпочтение следует отдавать живым и замороженным кормам. Личинкам насекомых. Обязательно в рацион необходимо добавлять растительные корма. Следует учесть, что рыба любит откусывать кончики листьев молодых растений, поэтому следует выбирать растения с жесткими листьями. А на этом видео подходит к концу, подписывайтесь на канал, и жмите на колокольчик, чтобы получать уведомления о выходе новых видео, до встречи!